упал до 43 тысяч. Новая платформа, на которую так активно закупается вся вот эта вот реклама. Егор Кринж, я извиняюсь. Я вам хочу напомнить, это, а что будет в сентябре? Сесть смиренно и смотреть на то, что будет вообще там в GTA Сампе, там на Андроиде, в Крэмп. Ну что вообще? Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Дурную весть с полей я вам несу, потому что сегодня поговорим немного о том, куда вот скатывается весь, знаете ли, GTA сам вообще, что нас ожидает в ближайшем будущем и вообще на что можно уповать, на что можно рассчитывать, потому что то, что, как мне кажется, происходит, но оно происходит, но не особо, конечно, правильно. Хотя для кого-то, может быть, это сложившие, эти вот сложившиеся обстоятельства, они вот как раз-таки то, что должно происходить в GTA Сампе. И вы знаете, вот в чем вся основная проблема. Дело в том, что онлайн сампа с где-то 50 тысяч в последнее время упал до 43 тысяч. И такая тенденция, она не только в сампе, она наблюдается в МТА, она наблюдается в том же самом Rage MP, казалось бы, GTA 5. Вот какая-то новая платформа, на которую так активно закупается вся вот эта вот реклама. То есть все там ютуберы, все там вот эти вот все, знаете ли, блогеры, это в принципе одно и то же. Там даже уже, я не знаю, Слида накупили уже там, Егор Крид вот это вот стримит везде, Егор Крид, я извиняюсь. Но вот что ты несешь? Ну вот просел онлайн и просел. Кому какая разница до этого? Мы играем, потому что нам нравится, а ты вот только ради онлайна тут. Фу ты, бля, ты лох. Ты дурак, блин, вообще, ты дебил полный. Уйди вообще отсюда, ты дурак, блин, фу. И вот все такое, при этом онлайн упал на вот этих вот всех трех платформах. Но, разумеется, Rage MP нам пока что не интересен, потому что моя аудитория, она пока что только самповская, а вот от GTA 5 аудитория, она что-то прям вот совсем идет очень неохотно, поэтому об этом нам говорить еще рано. А вот сам в сам раз, а если вы меня спросите про МТА, то это, я извиняюсь, ну МТА это какой-то такой, знаете, я вот даже описать это все не могу каким-то одним словом. Это, то есть, ну это скучно, да. Это никому не интересно. Кто на полном серьезе будет играть в МТА? Заходи, чё, сюда, вот это вот модельки качать. Да кому это надо? Ну вот, будем откровенны, кому это надо? Поэтому МТА это какой-то такой, знаете, гадкий утенок, я не знаю, гадкий ребенок такой, да, его в семье никто не любит. Он там где-то на отшибе себе живет и все. И МТА он никому нахуй не нужен. На основе МТА делают там вот эти вот все провинции, там, я не знаю, Next RP, что-то прочее. У них что-то вроде более-менее вот это вот получается собрать онлайн. Более-менее получается собрать какую-то нормальную сборку вот эту вот. Но тем не менее, это единичные случаи, которые очень сильно вкладываются в рекламу. А в целом, МТА он уже давно мертв. Никакого потенциала и никакого уж тем более потенциала там, ну уж, извините меня, нету. Поэтому говорить о чем-то вот, знаете, с МТА, это, ну это глупо как минимум, а как максимум это полное говно, не стоящее абсолютно точно ничего вот... Никакого внимания даже не стоит. Так вот, о чем хочется поговорить. Онлайн сампа упал. И то есть где-то с 50 тысяч там до 43, там бывает там 42, 41, может быть 40 тысяч. Я так задумался, ну типа онлайн сампа он падал раньше. Но сейчас как бы лето. Повсеместно, вроде как, летние каникулы, студенты там доздают свои вот эти, знаете, последние экзамены, еще что-то, и тоже отправляются на каникулы, и у них как бы компьютеры тоже не особо сильно, да и телефоны вроде есть у всех, поэтому вроде как все должны играть в GTA сам, там, как на компьютере, так и на телефоне, так там, знаете, вот в КРМП на телефоне, допустим, потому что онлайн сампа и КРМП, он как бы на именно телефоне он идет вместе, и даже с этим, то есть где-то общий онлайн сампа и КРМП на телефоне, он около 10-11 тысяч, вот сейчас составляет. Тем не менее, онлайн общего вообще сампа, вот это вот, включая вроде как мобильный сегмент, это где-то 40 тысяч. И, ну... Это не особо хорошо. Это лето. Я вам хочу напомнить. Это, а что будет в сентябре? А в ноябре? А в октябре? Ну, а в декабре? В феврале, блядь? В мае что будет? Да, в этом? В следующем уже? Что вообще нам стоит ожидать? Или нам вообще уже ничего не стоит ожидать? Просто вот так вот сесть смиренно и смотреть на то, что будет вообще там в GTA Сампе, там на Андроиде, в Крэмп. Ну что вообще? А что вот с этим-то совсем делать? И когда вроде как уже все начинают переходить в Rage MP, даже там онлайн уже падает.
Почему это происходит, тоже непонятно. Возможно, потому что отменили карантин, но тем не менее, школьники-то, они же, блядь, они уже давно на каникулах. У них там, знаете, последние звонки у некоторых. Некоторые там, допустим, в 6 класс только переходят, или там, я не знаю, в 8, да. И вот что-то наподобие того делают, но тем-то не менее. Это же, это онлайн, блядь, падает. А почему кто-то вообще знает, почему онлайн в Сампе падает? Никто не знает, вообще, абсолютно. И ты сидишь такой, думаешь, блядь, а что, что делать-то, блядь? Что я-то могу сделать? Что вообще люди-то могут сделать из всего этого? Почему люди-то не играют, казалось бы? То есть, сам ютуберы никуда не уходят. Ну, то есть, там, кто-то уходит, кто-то приходит. Новые, там, старые, вот это вот. Вроде как рекламная кампания, все идет лето. Летом там онлайн всегда пиздатый был. А сейчас-то, что даже уже этот самый ссаный, блядь, лайфсамп не проводит свои вот эти, знаете, розыгрыши, блядь, первоапрельские. Вот это, ой, Джимми скоро уничтожит весь GTA Самп. Ну... Это как-то... Я не знаю, что будет дальше. Возможно, что GTA Samp на компьютере, он вообще в целом умрет, и мы сможем поиграть в GTA Samp только на телефоне и с онлайном примерно там сколько? Ну, 1010 человек, да? Это и GTA Samp, и КРМП, потому что отдельного, блядь, онлайна этот ебучий Live Mobile, не зачем объединять онлайн, блядь, GTA Samp и КРМП? Вы че, ебнутые, блядь? А как узнать, сколько играет на Сампе, сколько на КРМП, если человек не знает, какой, блядь, проект, какой сервер Сампа, какой КРМП? Но это ж, это смешно, блядь. Это смешно, и это самое главное страшно, блядь, что нас ждет-то? Если нас ждут вот эти вот, знаете, сервера, на которые там сложно зайти, невозможно потерять, там, забыть, вот, и все прочее, то, ну, я вот в самом деле не могу знать. Однако, как бы вы можете сказать, чем вы занимаетесь на летних каникулах, играете ли вы в сам, или занимаетесь какими-то нормальными вещами. В целом, геймплей данного видеоролика был заснят на проекте Arizona RP сервере Phoenix. Заходите на него. Заходите на прочие сервера, и все у вас, наверное, будет хорошо, классно. А вообще, в описании еще есть мой никнейм, который вы можете ввести при регистрации на этом сервере. А также, а там, как вы понимаете, есть ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому заходите, ознакомьтесь с информацией, и все у вас будет хорошо, классно. И вообще, вы лучшие, и вообще классные, и вообще все у вас хорошо, наверное. Да.